Всем привет, меня зовут Алексей Панин, и я с большим удовольствием хочу пригласить вас 23 марта на свой актерский мастер-класс, который, естественно, будет в Лос-Анджелесе. Ребятки, я понимаю, что за один день вы не сможете стать актером, и за два, и за три, и за неделю вы не научитесь актерской профессии, но я уверен, что понять основы ремесла за короткий срок возможно. Понять, из каких ниточек она состоит, какими петельками, крючочками она связывается. Вы знаете, мне посчастливилось работать с великими актерами. Я снимался в кино и выходил на театральную сцену с легендами. Хочу поделиться с вами опытом. Ребятки, приходите, и мы попробуем с вами избавиться от страха сцены. Попробуем с вами избавиться от зажима. Попробуем перестать бояться выходить на широкую аудиторию. Естественно, поговорим о кино, естественно, поговорим о театре. И, может быть, я буду вам полезен. Всем добра, меня зовут Алексей Панин, я вас люблю. Жизнью я получил все, о чем я мечтал 18 лет. Я мечтал о дорогой иномарке, у меня их было не одна. Я мечтал дом рубль на Рублевке, ну, когда вот это все началось, когда мне же хотелось быть тоже, я же хотел быть звездой, Я не покупал себе дом на Рублевке, но у меня были возможности его снимать. У меня были много главных ролей, у меня было так, что у меня не было свободного времени, у меня было по 10 проектов параллельно. Я все получил. И материально, и творчески, вот все. Потом жизнь повернулась иначе. Сейчас я думаю немножко в другую сторону. Мне кажется, что работать в этой стране мне больше не дадут. Благодаря определенным событиям в этой стране. Благодаря всем видео. Кровавый режим не даст? Или... Нет, не кровавый режим, а именно все, что связано с моей репутацией. Постановочные фейковые видео, непостановочные видео, которые в нашей стране не укладываются в голове у многих. Опять-таки, меня обвиняют в том, что я это выкладывал. Ничего подобного. Все, что со мной попало в сеть, я имею в виду, это все взломано. Я ко всему очень хорошо отношусь. Ко всем сексуальным фантазиям, предпочтениям, вообще ко всему, но, к сожалению, я, честно говоря, не совсем чокнулся, чтобы в нашей стране, в России, все это вываливать во всеобщее обозрение. Вот. Что касается... Не дадут, все. Артист Алексей Панин на ближайшее время, я не знаю, как будет дальше, он закончился. Работать здесь мне никто не даст. Помните, что у нас прозвучало «никогда не говори никогда». Поэтому здравствуйте, меня зовут Алексей Панин. За один день вы не сможете стать актером. И за неделю, и за две, и за три, и за месяц вы не научитесь актерской профессии, но понять основы ремесла возможно. Понять, из каких ниточек она состоит, какими петельками, крючочками все это связывается, при желании все это возможно. Ребятки, мне повезло работать на одной съемочной площадке, на одной сцене, не просто с хорошими, а просто с великими актерами. Это был подарок судьбы. Я хочу поделиться с вами своим опытом, хочу пригласить вас на свой мастер-класс актерский, он же творческая встреча, на котором пробуем избавиться от боязни сцены, выходить на публику, на широкую аудиторию. Попробуем поделать актерские упражнения, которые мы делали в театральном институте. И, может быть, для вас это будет полезно. Приходите. Всем добра. Владимира Путина смогли ли бы вжиться в роль как актер? Владимира Путина я? Ну, может быть, вдруг, если бы вам предложили такую роль. Нет, за деньги я могу все. Можно? Пожалуйста. О, какая отвратительная рожа. Ехай нахуй!